Республика Дагестан – самая южная точка нашей страны, и Каспийск является одной из ее основных составляющих. Здесь, помимо жаркого солнца, южного климата и гор, жителей подстерегают и другие сюрпризы. Такие, как опасные насекомые, характерные для нашего региона. В этом сюжете мы собрали основных опасных представителей флоры и фауны Каспийска, с которыми стоит быть бдительными. Первыми в списке стоят малярийные комары и мухи ЦЦ, укус которых может привести к различным последствиям. Переносчики заболевания становятся причиной развития лихорадки, а также могут вызвать сильные аллергические реакции, слабость и ряд других осложнений. Самыми часто встречающимися насекомыми также являются клещи, которые наиболее активны в нашем регионе с конца апреля. Поэтому, выходя на пикник в парк или выезжая на природу, необходимо быть внимательным, чтобы не стать добычей опасного насекомого. Его укус может вызвать клещевой энцефалит. Это крайне опасное вирусное заболевание, а значит, его нельзя профилактировать антибиотиками. Недавно на просторах соцсетей появились видео со змеями на побережье Каспийского моря. Это вызвало настоящий резонанс и изрядно напугало местных жителей. Однако эксперты-биологи призывают отдыхающих на Каспии не пугаться при обнаружении змей. Оба обитающих на побережье вида, ужи и полозы, не опасны для человека. Как сообщает Роспотребнадзор, в случае укуса одного из вышеперечисленных насекомых пострадавшему не стоит поддаваться панике, а следует немедленно обратиться в больницу за надлежащим оказанием помощи.